Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в район Кестер, в люксовый проект, который называется Oxopia Residence. На четвертом этаже этого проекта, во втором блоке, продается трехкомнатная квартира с видом на море и с видом на горы. Кстати, пал снег в горах, если вы видите. О, какая красота. Стало уже прохладно. Так, сегодня 24 декабря. Снимаю прямо с квартиры. Потом покажу вам всю инфраструктуру. Это у нас люкс-проект на первой береговой линии. Один из самых элитных комплексов в Кестеле на данный момент. Так, дорогие зрители, вот такой большой балкон, можно в будущем его застеклить, когда дадут разрешение. Здесь у нас гостиная комната с выходом на балкон. Термопакет, окна алюминиевые, качественный стройматериал от качественного застройщика. Я сам работал раньше у этого застройщика и знаю, как они строят. Так, высота потолков 280 сантиметров. Бытовая техника вся есть, но не поставлена из-за того, чтобы гарантия не слетала. Как купите квартиру, все поставят. Бытовая техника вся фирмы Бека. Стоит проточный водонагреватель фирмы Leita Electronic. Все с доводчиками. Смотрите, какая окраска цвета именно. Оливковый серм. Что-то как там называется цвет. Металлика с зеленым цветом вроде смешанная. Так, ламинат во всей квартире. Кроме коридора. Сюда установили встроенный шкаф. Квартиру продает близкий друг. Ключи только у меня. Обращайтесь. В любое время могу открыть дверь и показать. Вот такая прихожая. В санузлах есть теплые полы. Такой санузел первый. Жилая площадь где-то в этой квартире 70 квадратных метров, 72 максимум. Качественные все стройматериалы. Спальня тут где-то 10,5-11 квадратных метров. Балкон здесь французский. Скажем, вышли выпить чашку кофе. Есть крытая парковка, открытый бассейн, сауна, хамам, римская парная, открытый бассейн. Я сейчас все вам покажу. Досмотрите до конца. Выход прямо к морю. Подземного прохода нету, есть надземный проход, мостик как бы, и пешеходные дорожки. Так, здесь у нас санузел хозяйской спальни. И хозяйская спальня. Где-то 11 квадратных метров. Давайте я вам все точно скажу. Сколько все здесь. У меня даже есть измеритель. Так. Измеряю, дорогие зрители. Вот точку вот на стенке увидели. Так. И вот, дорогие зрители, 11,65 без вот этой части. На месте измеряю все квадратные метры жилые. Так. Вместе с балконом здесь 70 квадратных метров. Вместе, вот. Как минимум. Может быть и побольше.
А брутто 102 квадратных метра. Цену я оглашу в конце, дорогие зрители. Пойдемте вниз. Покажу вам тут какой роскошный лифт. Такой вы точно не видели. Так, двери. Так, на этаже у нас 3, 4, 5, 6 квартир. Вот такой королевский лифт. Натуральные камни. Зеркало можете забрать себе в квартиру. Давайте я вам покажу крытый бассейн, то есть крытую парковку. В лифте даже есть музыка. Кстати, рядом с этим проектом у нас сеть магазинов MM Migros, BIM и A101. Также есть рестораны на улице именно Кестель, посередине. Спустились мы вниз. Вот крытая парковка. Ну, где-то на 30 машин вместимость. Не бывает, что все всегда заполнено. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Так, поднимемся по лесенкам мраморным. И выйдем во двор. Здесь у нас вход. Это у нас открытая парковка. А отсюда вход именно в крытую парковку. Вот направление вниз. Здесь у нас инфраструктура. Крытый бассейн, ресепшн. Так, начнем отсюда. Включим свет. Ага, сауна загорелась. Вот такая сауна. Работает тепло. Вот, видите? Красота, ляпота. Здесь у нас римская парная комната тоже работает. Здесь у нас турецкий хаммам, теплый, свет отключили, не знаю откуда включать. Вода тоже есть. Тут горит, там звездочки. А вы чалышмовщик, электрик? Электрик ёк? Капалы. А, капалы мы? Ханги гюнлер ачлы? Алан, капады. Алан. Санузел. Здесь раздевалки. Женская, мужская. Массажная комната. Фитнес. Все оборудование новое. Здесь массажная комната, тоже вторая. И огромный крытый бассейн. Сейчас редко кто строит огромные крытые бассейны, потому что занимают очень много места. Тут где-то 20... Нет, 20 это много. 15 или 18 метров в длину. Покажем другую инфраструктуру. Море у нас в той стороне. Такое вот красивое здание. Это блок А, это блок Б.
воду спустили, просторная территория, ухоженный сад, айда тут 550-600 лир в месяц на данный момент. А здесь турник делают, как интересно. Во многих проектах такого нету. И игровая детская площадка. По вечерам здесь оранжевое освещение, очень красиво. Тут бананоплантация. Раньше застройщик хотел построить еще два блока, но хозяин не продал этот участок. Когда-нибудь, может быть, дети продадут. Сказал, умру, не буду продавать. И вот такая история с этим земельным участком. Лимоны. Откусить бы. Так. Салям алейкум. Здесь зона отдыха, бильярдный стол и PlayStation в этой стороне. Так. Что здесь? А, здесь комната для детей. Смотрите, как интересно. Дорожка для детей, машинка, чтобы играться. Футбольный столик мини, кухня, уже которую уже обрисовали, сломали, переломали. Это. Так, маленький теннисный стол, спиннер тоже сломали. И дырочки открыли, и тешки, барабаны. А, еще. Это что? Да, комнатка для игр. Так вот. Вот как думают о детях, если в Турции нас беспокоит их счастье. Здесь ресепшн тоже. Лобби. Та-да-да-та. Сейчас самое важное. То, что нету в других проектах. Music room. Музыкальная комната. Пианино. Я сам высший музыкант. 8 лет на синтезаторе пианино поиграл. Гитару еще не привезли. Еще гитара есть. Я тоже услышал вместе с вами. Доска для детей, чтобы они там рисовали, а то стены рисуют. Так, закрою. И еще одна фишка этого проекта. Кинотеатр с шумоизоляцией. О. Ставите свою флешку и смотрите мультики. Также есть, видите, кондиционер. Кстати, в квартире у всех стоит кондиционер фирмы GRI. Там было 3 кондиционера в каждой комнате. 2+1. Сейчас. Дорогие зрители, цена той квартиры 130 тысяч евро. Цены поднялись. Цена раньше хозяин продавал за 128, сейчас поднял. На 2000 евро ниже не отдаст. Так что, включу меня, звоните, в любое время могу показать. Все, с вами был Агаси из солнечной Алании, район Кестель. Всем пока-пока.